Анонс и точно дата выхода 48-й серии турецкого сериала «Приговор». 48-я серия сериала выйдет в эфир 18 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как с признанием Парлы Джейлин оказывается под гораздо более тяжелым бременем, чем может вынести. С одной стороны ее любимый мужчина и ее острая вера в справедливость, а с другой ее семья. Она разрывается между совестью и любовью. Все, особенно Гюль и Алин, поддались сильной панике. Теперь всем им предстоит виртуозно хранить свои секреты и придумать срочный план действий. Эта ситуация затянет семью Эргуван на опасный путь. Сможет ли Дерья, пытающаяся раскрыть дело Орды, найти неожиданный выход из тупика в испорченных отношениях с Парсом? Какую позицию займет Йекта перед Умером, который утверждает, что он его сын? Чувствуя себя застрявшим во всем, что происходит, Ильгаз берет Джейлин за руку и хочет отправиться в путешествие, где они смогут дышать вместе. Смысл этого побега для них обоих очень разный, и никто из них не знает, что их ждет в конце. Напомним, 48-я серия сериала выйдет в эфир 18 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.